Весь литературный мир сегодня отмечает день рождения великого русского философа, публициста и писателя Федора Ивановича Достоевского. Именно этому событию и был посвящен флешмоб, прошедший в Кунгуре. В этом году исполняется 195 лет со дня рождения Федора Достоевского. По всей России сегодня проходят различные мероприятия, посвященные этой памятной дате. Наш город также не остался в стороне. Организатором флешмоба выступила городская библиотека имени Хлебникова совместно со студентами из Кунгурского центра образования. Сегодня мы проводим флешмоб наш Достоевский. Предлагаем нашим горожанам закладки, где они могут освежить память об этом писателе, свои школьные воспоминания о произведениях. И предлагаем уже такой современный формат эмодзи-теста. Это смайлики, и по смайликам угадать название произведения Федора Михайловича. Любой кунгуряк мог проверить свои знания о произведении народного писателя, решив шуточный эмодзи-тест, основанный на популярных ныне символах общения в смайликах. А это? Пальцы забыли. Yes. Не все прохожие сумели угадать литературные произведения и школьные программы, однако организаторы уверены, такие мероприятия помогут обратить внимание молодежи к классике русской литературы.